Участковый ранил человека на охоте. ПП произошло в январе 2022 года. Полицейский Павел Москвин случайно ранил человека во время проверки работы нового карабина. Принял местного жителя за дикое животное и выстрелил в него. В результате инцидента потерпевший получил травму головного мозга. Потерпевшим заявлен иск о возмещении морального ущерба в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Следующее судебное заседание по делу участкового состоится 8 июня. Инциденты с пострадавшими на охоте людьми, к сожалению, происходят нередко. На днях стало известно, что инспектор Ленобласти случайно подстрелил своего спутника. Сосновник пытался убить напавшего на друга медведя, но одна из пуль отрикошетила от животного и попала в мужчину. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в больнице.